Итак, прежде всего, как сами ветхозаветные авторы рассматривали написанное ими? Что ж, они сами очень часто писали: «Так говорит Господь», «Слово Господне пришло ко мне», и затем они уже записывали то, что было сказано. И более того, это выражение встречается в Писании настолько часто, что было бы очень затруднительно перечислить все тексты. Позвольте мне привести вам лишь несколько примеров. Но вы достаточно легко, обратившись к симфонии, можете найти намного больше текста. Второзаконие, 5 глава, 22 стих. Первая книга Царств, 15 глава, 10 стих. Если говорить о пророках, то можно привести книга Исаии 38:4. Иеремия, глава 1, стихи 4, 11 и 13. Осии 1:1. Иаиль 1:1. Амос 3:1. Иона 1:1. Михея 1:1. Сафония 1:1. Захария 1:1, а также 7 стих 1 главы. И Малахии 1:1. Так что вы видите, это довольно распространенный способ выражения, к которому прибегали ветхозаветные авторы перед тем, как что-то написать. Вдобавок к этому есть тексты, где они говорят нам, что им было дано повеление написать те слова, которые мы читаем в их книге. И вот опять лишь несколько примеров. Это не исчерпывающий перечень. Иисус Навин, 24 глава, 26 стих. Исаия 8:1. А также Исаия 34:16. Иеремия, 36 глава. Стихи с 1 по 6. А также с 27 по 31. Что ж, вдобавок к этому, есть еще один конкретный текст Писания, где автор говорит нам, что то, что написано, написано самим перстом Божиим. И речь в контексте идет о каменных скрижалях, с заповедями и законом Моисея, которые были даны народу израильскому. Моисей пишет, что Бог, после того, как говорил с ним на горе Синай, дал ему две каменных скрижали, и затем он пишет, что написано на них было написано перстом Божиим. Книга Исход, 31 глава, 18 стих. Конечно, у Бога нет пальцев. Он нематериальное существо. Но, тем не менее, были некие слова, высеченные на камне. И хотя во всех этих стихах, где об этом написано, не говорится, что конкретно было высечено, но в книге Исход, в 20 главе, в стихах с 1 по 17, мы находим перечень 10 заповедей. Поэтому мы можем знать, что там было высечено. И Моисей записал об этом в книге Исход. Поэтому однозначно, если то, что он пишет, было написано перстом Божиим, то, несомненно, это написанное было Словом Божиим. Что ж, есть еще одно указание, которое говорит о том, что написанное ветхозаветными авторами было Боговдухновенно. Об этом можно судить на примере Иеремии. Есть несколько текстов. Вот, к примеру, стихи из первой главы. Иеремия пишет о том, что Господь коснулся его уст.
И затем Господь сказал: «Вот я вложил слова мои в уста твои». И уже в стихах 4 и 5 первой главы Иеремия говорит о том, что было к нему слово Господне, о том, что когда он еще был во чреве матери, Бог уже избрал его быть пророком. Поэтому здесь очень-очень ясно говорится о том, что написанное является ничем иным, как Словом Божьим. Именно Бог говорит. И у нас нет никаких оснований, чтобы в этом сомневаться, что Бог этого не говорил. Особенно, если речь идет о многих случаях, на которые мы можем с вами указать. Когда Иеремия пишет о том, что Бог повелел ему записать все его слова в книгу, и дальше он приводит эти слова, которые Бог повелел ему записать. Вот, к примеру, 30 глава Иеремии, 2 стих. 36 глава, стихи с 1 по 6, а также с 27 по 31. Поэтому вполне разумно полагать, что не только слова, произносимые Иеремией, были словами Божьими, но также и те слова, которые он записал, они тоже были словами Божьими. Что ж, закон Моисея — это также Слово Божие. И вот что можно сказать по этому поводу. Псалом 118. В нем псалмопевец воспевает закон Божий и его заповеди. И достаточно ясно, что он говорит не только о нравственных основах и принципах закона, но он говорит о нечто гораздо большем. И согласно общепринятому мнению, 118-й псалом говорит не только о заповедях закона Моисеева, но и вообще в целом о Писании во всей полноте. Очевидно, что в Псалме 118 есть очень много ссылок на Божьи заповеди, и закон Божий чаще всего подразумевает закон Моисея. Поэтому этот псалм свидетельствует о том, что закон Моисея — это Слово Божие. И кроме этого, несомненно, мы помним о том, что Моисей сам часто говорил: «И было ко мне Слово Господне», или говорил: «Так говорит Господь». Свидетельство о том, что другие книги Ветхого Завета — это Слово Божие. Что же здесь можно сказать? В качестве примера можно привести Даниила 9 главу. Мы читаем там о том, что Даниил молится о том, чтобы Господь исполнил пророчество о возвращении народа в землю иудейскую. И молитва Даниила была отвечена в 9 главе книги пророка Даниила, в стихах с 24 по 37. И даже можно начать с 20 стиха, где говорится о том, как Даниил молится за свой народ. И затем Бог посылает Даниилу ангела, который дает ему видение, которое здесь и записано, и которое, по сути, ответ на молитву. Бог дает понять, что он собирается сделать и когда он это сделает. И если ангел пришел от Бога и принес ответ, и затем Даниил записывает эти слова, то тогда можно сделать вывод о том, что записанные здесь слова — это слова Божьи. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, есть множество других подобных примеров в Писании, но у нас с вами не так уж много времени, поэтому позвольте мне перейти последнему тексту Ветхого Завета, Захарии 7 глава, 12 стих.
Этот стих мы читаем в контексте, в котором описаны люди, приходящие к Дому Божьему, чтобы говорить со священниками и пророками о дне поста в память о разрушении Иерусалима. Но Бог не заповедал им этот пост. Но делегация, пришедшая из Вавилона, хотела получить ответ, нужно ли им продолжать поститься. И Бог через пророка Захарию обращается к этим посланникам с обличением, причем обличение следует одно за другим. Более того, в стихах с 8 по 10 Господь говорит, что Он не желает этого поста, так как сердце их далеко от Него. Бог говорит, «Я хочу, чтобы сердце ваше изменилось». И затем в 12 стихе мы читаем, «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Вот в свете того повеления, которое записано в стихах с 8 по 10, повеление, которому, по словам Захарии, народ не повиновался, то наиболее вероятным представляется, что в 12 стихе подразумевается закон и именно нравственные принципы Моисеева закона, а не просто закон в общем смысле. Но он также здесь говорит о словах, сказанных прежними пророками. И, скорее всего, здесь подразумеваются пророки до вавилонского пленения, учитывая тот факт, что книга пророка Захарии была написана после вавилонского плена. И нет ничего необычного в том, что Захария и люди, живущие в то время, считали закон Моисея Словом Божиим. Но в этом тексте Писания следует отметить вот что. В Захарии 7:12 мы читаем следующие слова. И если внимательно на них посмотреть, то можно отметить очень интересный момент. Мы начнем читать даже с 11 стиха. Захария пишет. «Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Что ж, мы знаем, что слова, сказанные прежними пророками, являются частью Писания. Но посмотрите внимательно, кто на самом деле произносит слова, записанные в 12 стихе? Первая мысль, которая приходит в голову, что это слова, произнесенные Захарией, обращенные к народу. Но это как-то не стыковывается с 13 стихом, в котором говорится, что они не послушали. «Так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». Так что это не Захария. Более того, посмотрите на 8 стих, как все начиналось. «И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф. Произведите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». В 11 и 12 стихе говорит сам Господь. Это слова Божии. И посмотрите на то, что Он говорит. Он говорит о том, что люди окаменили свои сердца и не исполняли слов закона и тех слов, которые Бог Духом Своим посылал через пророков. Разве не напоминает вам это, написанное во 2 главе 1 Коринфянам, стихи 12 и 13, а также написанное во 2 Петра в 1 главе стихи с 12 по 21? И мне напоминает.
И интересно здесь, что это не мнение Захарии, это то, что Бог сам говорит о Писании. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.